Педагог и воспитатель года. Педагогический дебют «Воспитать человека и сердце отдаю детям». Такие конкурсы педагогического мастерства прошли в этом учебном году среди учителей и воспитателей района. Победителей наградили 26 марта в досугово-образовательном центре «Октябрь». Анастасия Молоткова, классный руководитель 7 класса средней школы номер 21, абсолютный победитель районного конкурса «Воспитать человека». Именно ей предстоит защищать честь нашего района на областном конкурсе. Я не жалею, конечно, что приняла участие в конкурсе. Он меня многому научил. Научил видеть что-то другое в своих детях, не то, что я видела раньше. И, наверное, по-другому взглянуть на всю нашу вот систему воспитания, потому что в школе мы в основном учим своим предметом, а здесь мы посмотрели по-другому именно на воспитательный аспект нашей работы и, наверное, чуть-чуть по-другому взглянули на своих детей. Конкурсы педагогического мастерства стали в районе традиционными. Они проходят при поддержке Министерства просвещения России. Год от года количество конкурсов увеличивается. Третий год мы проводим конкурс «Педагогический дебют». Это воспитатели, учителя со стажем работы до 3 лет. Вроде, казалось бы, какое еще мастерство? Но, по крайней мере, они сделали первый шаг к познанию, первый шаг к стремлению для того, чтобы стать лучше. Юлия Шагинова, воспитатель детского сада номер 76, стала лауреатом районного конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Воспитатель года». Говорит, что в профессиональном конкурсе участвовала с одной целью – раскрыть себя и донести свою педагогическую философию. Конкурс дал мне очень много. Во-первых, конечно, я показала себя, то, что я умею, то, что я достигла уже на этот момент. Познакомилась со своими коллегами, переняла какой-то опыт. Участники, а точнее участницы районных конкурсов, только сегодня встретились лицом к лицу. До этого они соревновались не друг с другом, а с баллами, которые ставило им жюри. Учителя писали сочинения, проводили уроки в незнакомых классах. Воспитатели соревновались в незнакомых детских садах. Профессия воспитателя – это же не просто профессия, это любовь, понимаете? Это такое счастье, вот работать с детьми, видеть их улыбки, видеть их радостные лица, встречать их утром, провожать, проводить с ними время, вот целый день. Это что-то новое, что-то интересное, узнавать и про них, и про себя тоже можно узнать что-то новое, выявить в себе какие-то новые качества. Школа и детский сад для этих педагогов и воспитателей намного больше, чем работа. Из мастерства, трудолюбия и терпения они на каждом занятии строят дом знаний для своих воспитанников и учеников. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».